Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакол, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. И мы с вами остановились в деревне, нам сейчас нужно с вами пойти в какую-то деревню Штейгеров. И поговори с каким-то старостой, он там нам что-то даст, какую-то плату, мы что-то сделаем. Ну и как раз таки сможем тогда уже поговорить с нашими ведьмами, которые якобы знают, где Цири. И пока мы не выполним их задание, они нам этого не скажут. Так что пошли выполнять их задание. Выбора нет. Это здесь недалеко, как я понимаю. Надеюсь, там у меня сейчас какая-нибудь херня не вылезет. Там что-то слева я слышу. Ну, пиздец тебе. Бандиты? Серьезно? По зенкам, ах, скотина какая, а? Я вот вроде нажимаю, да, блок, а он такой. Тихо. Да скотина какая, а? Так. Это интересно, просто бандиты или... Это... Не, на лагерь не похоже. На лагерь это не похоже, окей. Короче, что-то у меня жизни маловато. Ну ладно, я думаю, что... Может, когда придем в эту деревню, помедитируем и... восстановимся. Можно ласточку выпить, не знаю. Все что угодно можно сделать. Так, а вот и деревня. Так, где староста? Тут староста. Мое почтение. Приятная деревня. Ну так. Просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так. От зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу. Злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Когда все это началось? Да уж почитай 3 года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить силки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли.
Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Разберусь. Так, мне надо помедитировать явно. Ой. Как раз до утра тогда, чтобы светло хотя бы было. Дождь пройдет. О, отлично. Уродина. Сидел я на трубе. Самогон. Латва, ты где там? Латва, давай сюда, бегай уже. О боже, тупая лошадь. Так, это что-то посильнее меня сейчас было, да? Изнутри дерева. Магия — это место силы. Да, увы, всё. Ребенок. Одну очку умений. Лол. Окей, я не против. Мне нужно вот это. Мне просто жизненно необходимо. Нужен огненный поток. Это крутая способность. Если я не ошибаюсь, я теперь могу делать типа вот этого. Так, слушайте, я там случайно... Ясно.
что-то стрёмно здесь как-то. Да, неблагоприятное место. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня? Да, что это такое? Я видел трупы женщин и детей. Они тоже хотели тебя уничтожить. Для сил природы, для леса и земли, любая смерть всегда одинакова. Я рыдаю, кричу, никто не слушает. Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили. А дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Верине. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю, хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня, прошу. Я могу быть вихрем, могу помчаться, могу их спасти, только я. Ведьмы, что ты о них знаешь? Сестры старше самых старых деревьев. Велен их королевство. Здесь все им служат. Сестры скрыты. Ты не сумеешь их найти. Сестры слышат все. Ты не спрячешься. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. Вард, Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Ну, если что, то я, наверное, смогу эту штуку убить, да? Если ты сможешь спасти сирот на поляне, я помогу тебе. Я найду их. Освобожу. Вызвали меня из тюрьмы. Кровь — мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, с белизной моих костей и с резвым скакуном. Дикий, резвый скакун, что пасся на лугах, темный, как бездонный колодец, черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все, приди и принеси. Вороний перья у меня уже есть. Отыщи мои останки и приведи коня. Резвого жеребца, черный вихрь, обернувшийся конем. Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым.
как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь, ничто нас не удержит. Диких коней ты найдешь на заливных лугах. Где я найду твои остатки? Мои кости почили в одинокой могиле. Ступай на запад, это недалеко. Я соберу все, что нужно, чтобы тебя освободить, и вернусь. Собери и принеси к провалу в холме, туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце, пусть льется кровь. Я буду съедена, чтоб снова возродиться. Ступай и вернись через вход, который я открыла. Ну ладно. Капец тут вообще. Помогаю какому-то дереву. Твою мать, это ж... Да. Докатились. Куда ж без этого? Ты ж мразь. Смотри, я новым фокусом научился. Нормально тебе? Фокус это новое. Так. Да убери ты меч. Похоже, дождь собирается. Человеческие не похожи. Аксем. А к всем можно. А где он? Отлично. А вон он, кстати. Пш, лошадь. Да ей. Ну, укротил. Еще. Сесть на нее. Ага. Да. Все, погнали. Что-то как-то. Не знаю. Стыдно перед плотвой немножко. Ну ладно. Надеюсь, она не узнает. А то убежит еще. Так. Вот здесь вот, да? Перед холмом. Отдохни. Мои кости упокоятся среди перьев. Все это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. В
Я видел в лесу останки женщин и детей. Ты убивала тех, кто никаким образом не мог тебе угрожать. Это лес их убивал. Природа слепа. Для нее смерть — это только смерть. Я не знаю, что-то я не очень верю. Сначала как бы ладно, но вот после трупов просто... Ну, слушайте, давайте, короче, вот так вот сделаем. Возлагаю перья ворона. Когда-то я была свободна. И снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью. И снова буду плотью. Теперь я должен взять твою кровь и напоить ей коня. Но я не сделаю этого. Я не верю тебе. Я должен остановить тебя, уничтожить. Измена! 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 Потому что эта хрень нафиг терроризировала, блин, деревню. Куда мне этой штуке помогать, а? Нафиг надо, я сам спасу этих детей. Чё здесь забыли, алё? А это что? Что это такое? На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Значит, заморок. Он же не вернется? Нет. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Ой! Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Элен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себя господина ищет. Превосходно просто. Твою мать! Спрячь оружие, юноша! Он еще краше. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси.
Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как краненьки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Который вас убьет потом. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Да ладно! Она не принадлежит никому из людей! Лол! Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак! Она наша! Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знала, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Убить, да. Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. О-о-о, я могу высосать тебя досуха. Я могу сплести с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Нет, спасибо. Не затем пришел. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Да. Как нам повезло, такой храбрый рыцарь. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Но тебя она обмануть не смогла, храбрый рыцарь. Ты освободил мир от великого зла. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка, мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Есть немного. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Есть такое. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Да и пошла такая. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Кровь смертиянки. Гнянок. Нечего канителиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя.
Она предназначена ему! Получит ее Иммерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему. Иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Твою мать. За тобой! Не надо, не надо, не надо! Нет, нет! Твою мать, беги! Твою мать! Капец! Вы хотели ее убить. Вы хотели разделать ее как зверя и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. У меня есть идея. Но ты и сам знаешь. Я их убью, отомщу и еще и спасу жену барона. Жаль, что она убежала. Вы хотели ее убить. Я не прощу вам этого. Пустые слова. Уверена? Наши судьбы сплетены, но час еще не пришел. Уверены? Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет? Скоро смотрите. Превосходно. Так, что у нас здесь? Твою мать. Так, ну-ка, что я там могу прокачать? Мутаген можно ставить, отлично. Так, смотрите, магию, в принципе, мы... вроде как... достаточно хорошо прокачали. Я предлагаю пока что бой, да? Можно, в принципе, быструю атаку качать, да? Шанс на все критические удары, то есть вот эти все дела... можно вкачать отражение стрел, как вариант, да? Но сейчас у меня просто... мне сейчас вообще смысла нет ничего такого качать. Потому что у меня нету слота свободного. Тогда прокачаем то, что есть. Давайте тогда просто... улучшим быструю атаку и мутаген какой-нибудь ставим. Ух, нифига себе. Столько у меня мутагенов. Это капец. Ну, мой знаков я делать не буду, наверное. Так, вот синий-синий, малый-синий. Малый-красный. Ой. Стоп.
вот так вот сделаем. Отлично. Так, что у меня вообще есть в рюкзаке-то? Ну, зачем мне это мне дали, вообще непонятно. Так, что у нас по заданиям? По заданиям у нас осталось, получается, только дела семейные, помочь барону, и дальше мы сможем идти к Трис. Ну ладно. Ладно. Тогда давайте сделаем так, расскажем уже все, пойдем к барону в следующей серии. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.